Анонс и точная дата выхода 8 серии турецкого сериала «Игра на удачу». 8 серия сериала выйдет в эфир 10 августа. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Бора вместе с командой принял решение отправиться в лагерь отношений для того, чтобы найти новую тему для статьи. Боре, Аде, Тукче и Рюзгару придется пробыть там на протяжении 2 дней. Ада начинает испытывать угрызения совести из-за того, что с самого начала не была честна с Борой. Она старается набраться смелости для того, чтобы рассказать ему всю правду. Он должен знать, что Ада замужем за Рюзгаром. На сеансе пары должны были рассказать про свои самые сокровенные секреты. Ада понимает, что это самый подходящий момент, и она должна раскрыться. В компанию пришел Джаляль, и Ада организовала ему душевный прием. Только никак нельзя допустить того, чтобы он увидел Селин. Поэтому Ада начинает ее скрывать всеми возможными способами. Бора узнает о том, что Ада хорошо знакома с Джалялем, и для него это стало большой неожиданностью. Когда Бора был вовлечен в ложь, то это его сильно напрягало. Ада прекрасно понимает, что именно чувствует Бора. Теперь из-за последних событий Бора хочет, чтобы Ада покинула компанию. После ее ухода не должно будет остаться хоть какой-то связи с их фирмой. Ада надеется на то, что Бора придет к ней на новое место работы. Только Бора сказал, что этого не случится. Напомним, 8 серия сериала выйдет в эфир 10 августа. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.